Всем привет! Сегодня будет обзор ножа монтера или электрика времен СССР. Вот нож монтера или электрика. Выпускался в СССР, в городе Ворсма, на производственном объединении «Октябрь». Они, походу, до сих пор выпускают подобные ножи. Рукоятка из черного пластика с такими вот пупырями. Длина ножа в сложном состоянии 125 мм со всеми делами. Заклепки стоят как обычно, через шайбы. Есть антабка. А еще плоская отвертка. Клинок типичной рабочей формы, с инструментом для снятия изоляции. Клинок длиной 80 мм. Система складывания slip joint, без фиксатора, то бишь. Никаких особых изысков. Закинул такой нож в бардачок и знаешь, что можно соседу машину поцарапать отверткой или колеса порезать. Но это шутка. Мало ли там провод какой зачистить придется в дороге. А можешь колбасы отрезать. Хотя клинок не сильно располагает к продуктам. Черненый. Стоил такой нож рубль 20. Чисто рабочая лошадка такая. Таких ножей продается сейчас навалом. И за недорого. В новом состоянии. По оказии я приобрел себе в коллекцию этот. Нож много места не занимает и хлеба не просит. Выручит когда-нибудь обязательно. Такие дела. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. До новых волнующих встреч!